Я надеюсь, короткая проповедь. Днес ще имаме, надявам се, кратка проповед. Ну, как получится. Както се получи. Тема моей проповеди сегодня. И темата на моята проповед днес. Чии сети крепче? Чии мрежи са по-издръжливи? Людские, дьявольские или Божьи? На хората, на дявола или Божиите. Ну, ответ как будто бы очевиден. Отговорът е очевиден. Но мы живем в последнее время. Обаче ние живеем в последните времена. И кому-то может показаться, что дьявольские сети крепче всего. И на някого може да му се стори, че дяволските мрежи са най-здрави. И из них уже не выпутаться. И от тях вече няма как да се изкараш. И вот об этом моя проповедь сегодня. И за това нещо ще говоря днес. Потом у нас будет трапеза Господня. След това ще имаме Божия трапеза. Поэтому я постараюсь не затягивать. За това ще се постараю да не се бавя много. Итак, мы начинаем. Започваме. Я задал Богу такой вопрос. Я зададох на Бога един вопрос. Задавайте Богу вопросы. Задавайте вопросы на Бога. Бог всегда отвечает на них через Священное Писание. Защото Той винаги отговаря через Священното Писание. Через своих детей. Через своите деца. Через маленьких детей. Через малките деца. Иногда через какие-то стихийные явления. Понякога даже через стихийные явления. Я задал Богу такой вопрос. Я зададох на Бога следний вопрос. Вот в чем суть вот этого явления последнего времени? Какво е важното в това последното явление? В чем суть коронавируса? В какво се състои коронавирус? В чем суть вот этой пандемии? И каква е целта на тази пандемия? В чем суть вот этой ажитированной паники, которая распространяется? Каква е целта на тази цялата паника, която се разпространява? Делается это явно искусственно. И се прави явно искусственно. Специально, целенаправленно. Нарочно. Для того, чтобы кого-то запугать. За да изплаши някого. И знаете, Бог мне ответил очень оригинально. И Бог ми отговори много оригинално. Вообще у Бога очень хорошее чувство юмора. Бог има много добро чувство за хумор. Значит, у меня была такая мечта. И аз имах една мечта. Вот мне вот хотелось, чтобы вот, ну, выхожу я, например, с квартиры на работу куда-нибудь по делам. На мен ми се искаш ли да излизам от вкъщи някъде по работа или по някакви задачи. И мне хотелось, чтобы вот спускаюсь я по ступенькам. И ми се искаш, като слизам по стъпалата. Поворачиваюсь посмотреть на окна своего дома. И като се обърна, гледайки към прозорците на мой дом. А там мне кто-то машет. И там някой ми маха. И вот мне хотелось, чтобы я каждый раз вот поворачиваюсь, кто-то мне машет, а мне было стало вот так приятно. На мен ми се искаше всеки път, като се обърна там, някой да ми маха и да ми става приятно. И знаете, Бог ответил на мою молитву. И Бог ми отговори на моите молитви. На мое желание, мечту моего сердца. На моето желание и мечтата на моето сърце. У нас на бризе окна в пол. На бриз прозорците ни са до пода. И каждый раз, когда я спускаюсь, иду на работу. И всеки път, когато аз слизам на работа. Или по делам, или в церковь. Или по някакви задачи към църквата. Я спускаюсь по лестнице. Аз слизам по стълбите. Поворачиваюсь назад. Обръщам се назад. И вижу, что кто-то мне машет с окна. И виждам, че някой ми маха от прозорица. И как вы думаете? Как си мислите, кой? Това е моето куче. Верна собака. Моят верен пес. Което непрекъснато ми маха с опашката. И аз си мисля, Бог не ме е излъгал. Ну, машут же. Нали ми махат. И делают это с радостью. И го правят с радост. И также Бог ответил мне и на этот вопрос. И по същия начин Бог ми отговори на този вопрос. Знаете, мы поехали на подводную охоту. И знаете ли, ние отидохме за подводен риболов. Совсем недавно. Наскоро. И поехали мы на одно уникальное место. И отидохме на едно уникално място. Которое называется Яйлата. Което се нарича Яйлата. Это недалеко от Варны. Това не е далеч от Варна. И мой друг, инструктор по подводной охоте. И един мой приятел, инструктор по подводному плаванию. Он сказал, я сам еду на это место первый раз. Той ми каза, сами аз отивам на това място за пръв път. Можно мы поедем на вашем джипе, потому что там такой дикий путь. Не може ли да отидем с вашата джипка, защото там пътя е малко див. И там можно проехать только на джипе. И там може да се мине само с джип.
И мы, да, на нашем джипе мы поехали. И ние с нашия джип отидохме там. Мы продирались по такому непроходимому пути. Минавахме през някакъв много сложен път. И наконец продрались в одно уникальное место. И най-накрая стигнахме до едно уникално място. Очень красивое место. Много красиво място. Я увидел, что там такая скала торчит из воды. Я видях, что там торчит одна скала от водата. А за скалой, ну, такие промысловые сети стоят. А зад скалата има едни такива мрежи. И видно, что торчат вот такие палки. И се вижда, че торчат одни прычки. И между этими палками что-то так протянуто. И между тези прычки са надърпани мрежите. Ну, я понял, что это сеть. Я разбрах, че това са мрежи. Ну, мы переоделись в гидрокостюмы. Ние си облякохме хидрокостюмите. Взяли свои гарпуны. Взехме си хорпуните. Погода была хорошая. Времето беше хубаво. И мы поплыли один в одну сторону, другой в другую. И ние започнахме да плуваме. Единия на едната страна, другия на друга. И я так обошел этот островок в море с правой стороны. Я подминах това остров, че от дясната страна. Там занырнул. Там сегмурнах. Посмотрел, там, конечно, на дне очень красиво. И видях там на дъното беше много красиво. Прозрачность была невероятная. Прозрачността беше невероятна. Ну, почти как в Средиземном море. Почти като в Средиземном море. В Средиземном море ты когда плывешь вот так под водой, такое чувство, что ты летишь. В Средиземното море, когато плуваш под водата, имаш чувството, че летишь. Потому что вода очень чистая. Защото водата е много чиста. И на этом диком месте вода была очень чистая, вода была очень прозрачная. И на това диво място водата също беше много чиста и много прозрачна. И вот я заплыл за этот остров. И аз изплывах за този остров. Занырнул где-то на 6-7 метров. Гмурнах се някъде на 6-7 метра. Спрятался за камнем. Скрих се зад един камък. И мимо меня проплывала кефаль. И покрай мен минаваше кефал. И я эту кефаль подстрелил. И аз подстрелих този кефал. Ну, радости моей не было предела. Радостта ми беше безкрайна. Я насадил ее на кукан. И аз сложих тука отстрани. И потом опять плавал направо, налево. И после пак си плувах вдясно, наляво. Но рыбы уже не было. Обаче вече нямаше риба. Я подумал, а что если сплавать к сетям? Я си помислях, какво ако плувам до мрежите. Мне интересно было просто посмотреть на эти сети. Беше ми интересно само да видя тези мрежи. Ну, сеть, до сети еще где-то оставалось 50 метров. До мрежите оставаше някъде 50 метра. Ну, я подумал, сплаваю. Я си помислях, че доплувам. И я поплыл к сетям. Плувах до мрежите. Я понимаю, что подплывать к сетям это очень опасно. Я разбрах, че да дойда до мрежите много опасно. Потому что можно запутаться. Что-то мога да се закача. И я решил просто, ну, подплыву, видимость хорошая, посмотрю, что за устройство такое. Я просто решил да достигна тези мрежи, защото видимостта беше хубаво и да видя какво има там. И я подплыл. И аз стигнах до мрежи. Вижу сети стоят. И видях тези мрежи. Огромные сети. Огромные мрежи. Вот так не обойдешь, не оплывешь. Няма как да ги миниш. Но я удивился тому, что эти сети были довольно крупные. И аз се учудих на това, че мрежите бяха доста едри. И сплетение было довольно такое толстая. И плетенето беше едно такова дебело. Я подумал, что в такую сеть, ну, кефаль вряд ли попадется. Я си помислих, че в тези мрежи кефал няма как да се оплете. Она просто свободно будет проплывать через эти отверстия. Тя просто свободно ще изплува через тези отверстия. И дальше я не стал углубляться. И нататък не започнах да се задълбочавам. Я развернулся и вернулся на берег. Обърнах се и стигнах брега. Моего друга зовут Филипп. Мой приятель се казва Филипп. Он очень опытный подводный охотник. Той е много опитен подводен охотник. Со стажем больше 20 лет. Со стаж повече от 20 години. И я спрашиваю у него: Филипп, а что за сети такие? Я аз го попитах, какви са тези мрежи, Филипп. Они очень такие крупные. Много са едри. Что можно на них поймать? Какво може да се хване с тях? И Филипп мне ответил. И Филипп ми отговаря. Говорит, вот эти сети, которые ты видел. Той каза, онези мрежи, които си видял. Это не те сети, на которые ловят рыба. Това не са онези мрежи, с които се хващат риби. Это крупная сеть. Това са едри мрежи. Которая призвана загонять. Които са призвани да гонят рибата. То есть рыба идет на эту сеть. То есть рибата отива към тези мрежи. Она видит эту сеть. Тя вижда тези мрежи. И она пугается и хочет ее оплыть с левой стороны. И се стряска и иска да я отплува отляво. А с левой стороны ее ждет лабиринт. Пък отляво я чака един лабиринт. Куда, который заводит ее вглубь сетей. Който я вкарва надълбоко в мрежите. Где стоят уже много невидимых сетей. Където вече има много невидими мрежи. И рыба там запутывается и уже не может выйти оттуда. И рибата се оплита там и не може да излезе. Так рассчитаны эти сети. Така са устроени тези мрежи.
понимаете, о чем идет речь? Разбираете ли, за какого говоря? И тут до меня доходит. И тут, думаю, мозг стига. Я тут же получаю откровение. Аз веднага получавам откровение. Так вот оно что. Это какво? Знаете, вот это от коронавирус. Знаете ли, този коронавирус. Вот это напускная пандемия. Тази пандемия. Она действительно существует. Тя наистина существува. Но это как крупная сеть, которая призвана только запугать. Обаче, като едрите мрежи, които само стряскат. Мы с Наташей звонили в Казахстан. Ние с Наталия се обаждахме в Казахстан. Спрашивали у компетентных людей насчет коронавируса. И питахме компетентни хора в връзка с коронавируса. И врачи-вирусологи. И лекари вирусолози. Вам интересно услышать? Интересно ли вы это чуете за коронавирус? Они там уже давно установили. Отдавна са установили. Что этот коронавирус абсолютно искусственный. Че този коронавирус е абсолютно искусствен. Там такие надстройки. И там има едни такива надстройки. Которые природа, ну там даже, ну просто, если захочет, не сможет создать. Които природата даже ако поиска няма да ги създаде. Это то, что создано в лаборатории. Това е нещо, което е създадено в лаборатории. И дальше мы не знаем, или это было специально, или это было случайно. И ние вече няма как да знаем, дали е било нарочно или случайно. В Китае коронавирус вышел из контроля. В Китае коронавирус это излязал из-под контрола. И поразил очень много китайцев. И поразил много китайцев. Ну, знаете, китайцы это очень древняя нация. Но знаете ли, китайцы са една много древна нация. Они довольно быстро нашли способ. И доста бързо са намерили начин. Китайский подход, он говорит о том, что мы читали, ну, например, мой сын читает на древнекитайском языке древнекитайские трактаты. Синът ми чете на древнокитайский язык китайские трактаты. Они взяли древний антибиотик. И те са взели един древен антибиотик, который называется Шанханлянь. Който се казва Шанханлянь. Шуанхуанлянь. Начали его применять. И започнали да го приемат. А этот природный антибиотик, он усиливает, очень сильно мобилизирует иммунную систему. И този природен антибиотик много сильно мобилизира иммунната система. А иммунная система, здоровая, мощная иммунная система. А една здрава иммунна система. По китайским канонам. Според китайските канони. Она справится с любой инфекцией. Тя може да се справи с всяка една инфекция. Так Бог устроил человека. Така Бог е устроил човека. Западный подход. Применяются синтетические антибиотики. И в западный подход се приемат синтетические антибиотики. Которые убивают не только инфекцию. Които убиват не само инфекцията. Но убивают еще и иммунную систему человека. Но също така убиват и иммунната система на човека. И проблема Европы или Америки заключается в том. И проблемата на Европа и Америка е в това. Что эти страны применяют очень много синтетических антибиотиков. Че тези държави използват много синтетически антибиотици. И иммунная система у людей уже не работает. И иммунната система на хората вече не работи. Она просто убита. Тя е убита. Поэтому, если запустить какую-либо инфекцию, издва, ако пуснем някаква инфекция, умрет очень много людей. Ще умрат много хора. И смотрите, что происходит. И вижте, какво се случва. Через какое-то время вспышка, ну, мы это все знаем, да? В Северной Италии. След някакво время има един изблеск в Северна Италия. Погибает очень много людей. Загиват много хора. Еще через какое-то время в Америке. След някакво време в Америка. Опять огромная такая пандемия, отново огромный очаг. Една огромна пандемия. Погибает больше всего людей. Загиват най-много хора. И через какое-то время заражение происходит. Россия, Белоруссия, Казахстан. И след някакво време започва да се заразяват Беларус, Русия, Казахстан. И там эта инфекция буйствует и по сей день. И там тази инфекция много силна и до днес. Статистика скрывается, но погибло очень много людей. Статистика-то скрива, обаче са загинали много хора. Почему? За что? Потому что иммунная система у людей очень слаба. За что-то иммунная система на хората е много слаба. Вот на что это похоже? На какво прилича това? Там вспыхнул очаг, там вспыхнул очаг, там вспыхнул очаг. Там избухна вирус, там и на другое место избухна. Знаете, китайцы лучшая страна, которая легче всего справилась с этой инфекцией. Китайцы и най-добрата страна, която се справила с тази инфекция. Они уже очень хорошо знают, как реагировать. Те много добре знают, как да реагират. Через какое-то время в Пекине вспыхнула инфекция. И след някакво време и в Пекин избухна тази инфекция. Но очень быстро ее погасили. Обаче много лесно са я погасили. О чем я сегодня? За какво говоря днес? Искусственная инфекция. Искусственная инфекция. Искусственный вирус. Искусственный вирус. Который погубил уже очень много людей. Който е, заради който са умрели много хора. И все обещают создать какую-то вакцину. И все обещават да създадат някаква вакцина. Которая якобы поможет. Която уж ще помогне. Но вы знаете, что такое вакцина вообще? Обаче знаете ли какво е вакцината?
Это тоже вирус. Това също е вирус. Штам вируса, который берется из очага инфекции. Штампа на вируса, която се изважда от една избухнала инфекция. Делается вакцина. Прави се вакцина. И потом ее вводят здоровым людям. И след това я въвеждат на здрави хора. Для того, чтобы здоровая иммунная система научилась реагировать на эту инфекцию. За да може здравата имунна система да реагира върху тази инфекция. Но в чем суть вот этого, ну я прямо скажу, в чем суть этого искусственного оружия? Но каква е целта на това изкуственное оружие? Это биологическое оружие. Това е биологическое оружие. Суть этого биологического оружия в том, что запускается периодически, то там, то там. Целта му е, че започна да се пуска на едно място и после и мы, на друго. Мы это уже прекрасно знаем, мутированный коронавирус. И ние прекрасно знаем, че се пуска този мутиран коронавирус. Не просто в коронавирусе. Не само коронавирус. Выяснено, что коронавирус уже гуляет по нашей земле с 83-го года. Стало ясно, че коронавирусът се разхожда по нашата земя от 83-та година. 1983 год. 1983 година. И он уже, ну, можно так сказать, иммунная система человечество. Можно се каже, че имунната система на човечеството уже давно научилась реагировать на этот коронавирус. Вече отдавна се е научила да реагира върху този коронавирус. И этот коронавирус есть практически у каждого человека на земле. Този коронавирус вече го има в почти всеки един човек на земята. Поэтому если умрет человек, и затова ако човекът умре, и у него сделают лабораторные анализы, ему направят лабораторный анализ, и у него что? У него найдут коронавирус. И какво ще стане, ще намерят коронавирус в него. Поэтому статистика коронавируса на сегодняшний день, она вообще не объективно. И затова статистика на коронавируса днес не е обективна изобщо. Это все абсолютная ложь. Това е абсолютна лъжа. Правда в том, что периодически запускают мутированный коронавирус, против которого нет защиты. Истината е там, че понякога пускат един мутиран коронавирус, против которого защиты нет. Нет срещу който няма никаква защита. Имунная система еще не научилась реагировать на него. Имунната система все още не се е научила да реагира. Но я хочу сказать, что это всего лишь видимая сеть. Но аз искам да кажа, че това е само една видима мрежа. Кому-то очень выгодно запугивать человечество. За някого е много изгодно да заплашва човечеството. Загонять нас по домам. И да ни гони в къщи. Чтобы мы сидели, не высовывались. За да си стоим там и да не се подаваме. И чтобы нам можно было диктовать все условия, которые им так вбредет в голову. И да може да ни диктуват всякакви условия, които им дойдат на ум. Люди уже не будут на манифестации. И хората вече няма как да излязат за манифестации. Люди будут сидеть изолирования и боятся. Хората ще стоят изолирани и ще се страхуват. Изпълняется поговорка «разделяй властвуй». И се изпълнява пословица «разделяй и властвуй». Все сидят по домам, по норам своим. Всички се стоят по къщите. И этими людьми очень легко управлять. И много лесно да се управляват подобни хора. Держать под контролем. Да ги държат под контрол. И манипулировать. И да ги манипулират. То есть делай, что хочешь. Прави каквото. Я хочу сказать, на сегодняшний день это всего лишь человеческие сети. Я днес искам да кажа, че до ден днешен това са само едни човешки мрежи. Это видимые сети. Това са видими мрежи. Которые придумали люди. Които са измислени от хората. Понятно, почему научение. Научению. Ну, значит, кто их на это вдохновил. И ясно, кой е вдохновил за това нещо. Дьявол является вдохновителем. Дьяволът се явява вдохновителят. Всего того, что служит к смерти человека. На всичко онова, което служи за смъртта на хората. Потому что он от начала человекоубиец. Защото той от самото начало е човекоубиец. Ему нравится убивать людей. И на него му се харесва да убива хора. Сегодня, вы знаете, появилось очень много людей, которым, ну просто вот, я не знаю, что это за люди такие. И днес се появиха много хора, даже не знам как да обясни какви са тези хора. Которые запускают программы по контролю населения. Които пускат програми за контрол на населението. Например, ношение масок. Например, носенето на маски. Ученые доказали, что ношение масок убивает человека. Учените са доказали, че носенето на маски убиват хората. Намного быстрее, если человек не будет носить маски. Много по-бързо, отколкото ако човекът не носи маска. Хочу сказать, что если сюда закинуть, вот сюда в Болгарию закинуть мутированный коронавирус. Я искам да кажа, че ако тук в България дойде мутираният коронавирус. Мы знаем это по Казахстану. Ние знаем според Казахстан. Против мутированного коронавируса помогают только противочумные костюмы. Срещу мутирания коронавирус помогат само противочумните костюми. Обычная маска не помогает. И обикновенная маска няма как да помогне. Вообще не помогает. Изобщо. Обычная маска, она способствует реинфекции. Обикновенната маска, тя помага за реинфекцията. Что такое реинфекция? Какво е реинфекцията? Реинфекция – это повторное инфицирование. Това е повторно инфицирование. То есть вирус попал. То есть вирусът попада в теб. И потом через эту маску он опять поражает легочную систему. Через тази маска то отново поразява белодробната система.
и через какое-то время опять поражает легочную систему. И след някакво время отново поразява белите дробове. Я врач. Аз съм лекар. Я знаю, о чем я говорю. И знам, за какво говоря. Я консультировался с другими врачами. Аз съм се консултирал с други лекари. Которые тоже знают, о чем они говорят. Които също знаят, за какво говорят. Этот вопрос уже исследован и доказан. И този въпрос вече е изследван и е доказан. Следующая видимая человеческая сеть. И следующая видимая человеческая мрежа. Которая грядет к нам. Която идва при нас. Это система 5G. Това е системата 5G. Вы слышали об этой системе? Чували ли сте за тази система? Система 5G. Системата 5G. Мощнейшая сеть интернета. Е най-мощната мрежа, интернет-мрежа. Которую в ближайшее время хотят запустить. Която наскоро иска да я пуснат. По всему миру. Из целия свят. В Китае эта система уже запущена. В Китае тази система вече е пусната. У меня в Пекине живет друг. В Пекине имам един приятель. Пастор Лю. Пастор Лю. Станислав. Станислав. И он рассказывал, что творится в Пекине. И той рассказывал за това, какво се случва в Пекине. В Пекине на сегодняшний день тотальный контроль. Пекин има един тотален контрол. Потому что работает система 5G. Защото работи системата 5G. И на каждом столбе. И на всеки един стълб. В каждом подъезде. В всеки един вход. Везде, везде, везде понаставлены камеры. Навсякъде и навсякъде са сложени тези камери. Каждый шаг человека контролируется. И всяка една стъпка на човека е контролирана. С одной стороны, это, конечно, хорошо. И от едната страна е, това е хубаво нещо. Очень быстро находят воров. Много бързо се намират крадци. И преступников. И престъпници. По вот этим видеокамерам. По тези видеокамери. Но с другой стороны, власти диктуют все то, что они хотят. Но с другой стороны, власти диктуют все, что они хотят. Они говорят по китайскому телевидению, мы следим за вами. И те по китайской телевизии казват, не следим за вас. Не вздумайте что-то предпринять. И не си мислете да предприемете нещо. Не вздумайте собираться где-то на манифестации. Не си мислете да се събирате някъде по протести. Мы сразу вас видим. Ние ще ви видим. Мы предпримем самые жестокие шаги. И ще предприемем най-тежките стъпки. Ну, к сожалению, жизнь, человеческая жизнь в Китае ничего не стоит. И за съжаление, човешкия живот в Китае нищо не струва. В 2008 году я был свидетель. През 2008 година аз бях свидетел. Я был в городе Тензин. Аз бях в град Тензин. А в Пекине проходили Олимпийские игры весной. И в Пекине имало Олимпийские игры през пролетта. И вышли люди, которые хотели поддержать Тибет, тибетцев. И излязоха хора, които искаха да подкрепят тибетците. Вышло несколько тибетских монахов в оранжевых одеждах. Излязоха няколко тибетски монаси в едни оранжеви дрехи. И вышло около 200 импатизантов, симпатизирующих. И излязоха около 200 симпатизанти. Симпатизирующих вот этим тибетским монахам. Нези, които симпатизират на тибетските монаси. И начали манифестацию. И започнаха протеста. За освобождение Тибета. За освобождението на Тибет. Через какое время пришла армия? И след някакво време идва армия. И с автоматов расстреляла всех этих людей. И с автомати са разстреляли всички онези хора. Всех до одного. Всеки до един. Монахов. Монасите. И всех симпатизирующих. И всички онези, които симпатизираха. Просто вот так положила их. Просто са ги убили. Площадь была залита кровью. И площадь беше залита с кръв. Наехали грузовики. Дойдоха едни камиони. Забросали трупы. Вхвърлиха там труповете. И увезли. И ги изкараха. С дрансбоя помыли площадку. С вода измиха площадката. И заставили цветами. И са ги заставили с цветя. Клумбочками. Всех журналистов иностранцев выгнали из страны. И всички чуждестранни журналисти са ги изгонили от страната. И запретили каким-либо образом оповещать эти события. И са забранили да се говори по някакъв начин за тези събития. Ничего не было. Нищо не се е случило. Никто не погиб. Никой не е пострадал. Никаких манифестаций. Никакви протести. Ну и понятно, что люди там были очень напуганы. И разбирался, че хората бяха много изплашени там. Потому что просто так вот так взять и расстрелять вот такую толпу. Что-то просто така расстреляха една цяла толпа. Понятно. Ясно. И вот эта система 5G в Китае работает уже очень давно. И тази тема 5G в Китае работает вече отдавна. Стоят очень мощные такие компьютеры. Там стоят едни много мощни компьютери. Центровые. Центрови, которые анализируют всю эту информацию. Които анализират цялата тази информация. И правительству очень легко управлять этой массой, человеческой массой. И на правителството му е много лесно да управляват тези хора. Я хочу прочитать сегодня первое место. Искам да прочита първото място днес. Это написано в книге Откровения. Пише го в книгата Откровение. В 20 главе. В 20 глава. С 4 стиха. От 4 стих. Я буду читать на русском, перевод есть на болгарский язык. Има превод на болгарски на проектора.
И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. То есть те, которые ожили, давайте мы запомним, это первое воскресенье. То есть у нас, кто са оживяли, това беше първото воскресенье. Они ожили, они воскресли и правили с Иисусом Христом 1000 лет. Те са воскреснали и са правили с Иисусом Христом 1000 години. Блажены святые, имеющие участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, поверженные в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Аминь. И смотрите, какая сеть здесь раскрывается. И видите, какие мрежи се раскрывают тук. Сейчас я уже начинаю говорить про невидимые сети. Аз вече започвам да говоря за невидимите мрежи. И невидимые сети – это дьявольские сети. И невидимите мрежи са дьяволските мрежи. Которые мы, дьявол уже опутал целый свет. С които дьяволът вече целия свят. Знаете, вот вчера я разговаривал с пастором из Южной Кореи. И вчера си говорих с пастором от Южной Кореи. Сыну, которого упал с 5-го этажа и разбился. Чей-то сын упал от 5-го этажа и... И наша церковь молилась, ну, в том числе и наша церковь молилась за него. И пострадал, и наша церковь се молила за него. Потому что этот юноша, он умер. Защото он же младеж и умрял. И мы молились и за его воскресение, и за его полное восстановление. И ние се молихме за неговото воскресение и за негово пълно възстановяване. Этот юноша находился в состоянии гипоксии, то есть в состоянии мертвости больше 1 часа. И този младеж се намирал в состоянии на хипоксия, то есть состояние на мъртвост. Когда врачи приехали, скорой помощи, они констатировали смерть. 1 час. И лекарите, когато са дошли за спешна помощ, те са констатировали смърт. Пытались его реанимировать. И са се опитвали да го реанимират. Отвезли в реанимацию. И са го закарали в реанимацията. Положили его на аппарат искусственной вентиляции легких. И са го сложили върху аппарат за искусственная вентиляция на белите лъбове. И делали ему непрямой массаж сердца. И са му правили массаж на сърцето. Но это было тщетно. Обаче това всичко беше напразно. И через какое-то время они вышли к родителям. И след някакво време те са излезли при родителите. И сказали, что мы, к сожалению, ничем помочь не можем. И са им казали, че за съжаление няма с какво да помогнат. Но через какое-то время. Обаче след някакво време. Мы верим, что по молитвам церкви. Ние вярваме, че това било според молитвите на църквата. Сергей, так зовут сына пастора. Сергей, така се казва синът на пастора. Он воскрес. Той воскреснал. Когда он воскрес из мертвых, и когато той воскреснал от мъртвите, его поместили в палату реанимации, него са го сложили в палата за реанимация, где он какое-то время лежал, където е отседнал за някакво време, и вокруг него лежали другие также люди, которые находились в критическом состоянии. И около него имало хора, които също се намирали в критическо състояние. И мы так предполагаем, что его духовные глаза открылись и у Сергея. Не така предполагаме, че духовните му очи се отворили. И он рассказывал потом своему отцу такие очень странные вещи. И той рассказывал на баща си едни много странни неща. Он говорит, когда я открыл глаза, той казва, когато се отворих очите, я увидел другой мир. Аз видях друг свят. Я видел душу людей. Аз видях душите на хората. Которые входили и выходили в тела. Които са влизали и излизали от телата. Я видел демонов. И аз видях демони. Это были демоны смерти. Това бяха демоните на смъртта. Они приходили в нашу палату. И те са идвали в нашата палата. Я мог только это наблюдать, я ничего не мог сделать. И аз можех само да наблюдава, нищо не можех да направя. Они подходили к телам. Те са идвали до телата. А тела, это были люди, которые были еще живы. А телата бяха хората, които били живи.
И вдруг в стене открывался какой-то, как своего рода, черный портал. И, знаешь, в стената се отварял нечто, като портал. И эти демоны брали эту душу и бросали в этот портал. И тези демони са взимали тези души и са ги хвърлили в портала. И эти души улетали туда, и человек умирал. И у нези души са отлетали там, и човекът е умирал. И я, говорит, оказался свидетелем всего вот этого. И аз се оказвах свидетел на всичко това. И потом через какое-то время Бог побудил меня молиться. И след някакво време Господ ми каза да се моля. И противостоять этим демонам. И да се противопоставя на тези демони. Потому что он был христианин, он христианин. Защото той е християнин. И он увидел, как действует Святой Дух. И той е видял как действа Святия Дух. В какой-то момент Святой Дух начал приходить. Изведнъж идва Святия Дух. И выбрасывать демонов оттуда. И изхвърлят демоните оттам. И эти люди перестали умирать. И тези хора спрели да умират. Это правда. И това е истина. Но это то, что я вчера услышал. Това е нещо, което съм чул вчера. И я в это верю. И аз вярвам в това. Потому что я сам работал в реанимации. Защото и аз работих в реанимация. И я сам был свидетелем всех вот этих явлений. И аз също бях свидетел на подобни явления. И призывал людей к покаянию перед смертью. И призывавах хора за покаяние преди смърт. Вот эта невидимая сеть, и тази невидима мрежа, о которой сейчас мы читаем в книге Откровения, за която четем в книгата Откровение, 20 глава, с 13 стиха, от 13 стих, где написано: «Море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых», където пише: «И морето предаде мъртвите, които бяха в него», которые были в них, «И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях». Написано, что море мертвых, им пише, че морето, смерть и ад, на мъртвите, смъртта и ада, отдали своих мертвецов, предадоха мъртвите. То есть Библия говорит о том, что ад и смерть владеют какими-то душами. То есть Библията казва, че адът владее някакви души. И смерть и ад могут отдать этих мертвых. И смъртта и ада могут да предадат тези мъртви. Они будут вынуждены отдать на суд Христов. Те ще са принудени да ги дадат за Христовия съд. Потому что Слово Божие говорит, что все люди предстанут на суд Христов. Защото Божието Слово казва, че всички хора ще застанат пред Божия съд. Кроме христиан. Освен християните. Потому что написано, что кто уверует в Иисус Христа, защото пише, че онзи, който е уповярвал в Иисус Христос, тот на суд не приходит. Той не идва в съда. Вас это радует как-то? Това радва ли ви? Потому что очень страшно будет попасть на суд Христов. Защото ще е много страшно да отидем на Божия съд. И потом узнать, что ты навечно осужден. И да разберем, че навечно сме осъдени. Потому что написано: судим будет каждый по делам своим. Пише, че всеки ще е съден според своите дела. И вот сегодня дьявол, смерть, ад развивает свои сети. И днес дьявол от смъртта и ада развиват своите мрежи. И это уже невидимые сети. И това са невидими мрежи. В которые запутываются человеческие сердца. В които се уплитат човешките сърца. И вот, казалось бы, что уже выпутаться невозможно. И им се струва, че вече няма как да излязат от тях. Просто какие-то пороки. Някакви пороци. Просто какие-то грехи. Някакви грехове. Просто какая-то кабала. Кабала. Да, так и есть кабала. Просто някаква кабала. И человек просто чувствует, что он в такую попал зависимость, в такое рабство. И човекът усеща, че е попаднал в такава зависимость, в такого рабство. Что спасти его уже никто не может. Че никой не может да го спаси. Но может ли кто-то спасти их, как вы думаете? Обаче, дали може някой да ги спаси, как се мислите? Давайте мы прочтем следующее место. И нека отворим следващото място. Это написано в первом послании к Коринфянам. Първо послание към Коринтини. 15 глава, с 50 стиха. От 50 стих. Апостол Павел пишет: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы», в другом месте написано, «живущие на земле», на другом месте пише, живеещи на земята, «а мы изменимся, ще се изменим. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою, поглощена смерть победою, поглощена смерть победою». То есть смерть будет обезглавлена, она будет обессилена. То есть смерть ще обессилена, ще обезглавена. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом. Можем сказать на это аминь? Можем ли докажем аминь? Знаете, вот я хотел бы сегодня проследить вот эту очень четкую и ясную мысль. Я сыском днес да проследим тази много ясна мисъл. Дьявол создает сеть и сегодня. Че дьяволът създава мрежи и днес. И пытается окутать как можно больше людей. И се опитва да оплете колкото си може повече хора. И вы знаете, у него это получается. И на него му се получава. Это, вы знаете, просто вот на самом деле очень мощное зомбирование через центральное телевидение. Това е едно много мощно зомбиране чрез централната телевизия. Сегодня вы уже не увидите чистых фильмов. Днес няма да видите чисти филми. Говорящих о чем-то светлом или святом. Които говорят за нечто светло или свято. Сегодня почти уже невозможно найти чего-то хорошего на телевидении. Днес почти невозможно да намерим нечто хубаво по телевизии. Показывают одну сплошную мерзость. Показывают саму една мерзость. И это вот так льется просто. И люди смотрят это и слушают. И то вас и злива, и хората слушат и гледат. И не понимают, что через это дьявол вливает в них свою сущность. И те не разбирают, че через това дьяволът излива в тях неговата сущность. Самое страшное, вы знаете, по статистике, самое огромное количество просмотров. Недавно приезжала пасторская семья с Украины. И най-страшното нещо е, че според статистиката най-много гледания. И рассказывали эту статистику. Едни наши познати идваха от Украины, и да. И не рассказываха за тази статистика. Что больше всего люди смотрят в последнее время порнографию. Откровенную порнографию. Че най-много се гледа порнография от хората. Вы знаете, порнография, чем она плоха? И порнографията какво лошо има в нея? Вот апостол Павел про это пишет, про это явление. Апостол Павел пишет за това явление. Совокупляющийся с блудницей становится суть одно с ней. Че онзи, който се събира с блудница, става едно цяло с нея. Через просмотр порнографии человек мгновенно включается в систему блудниц. И чрез гледането на порнография човекът се включва в системата на блудница. В систему Вавилона. В системата на Вавилон. Вы знаете, вот на прошлом воскресенье я проповедовал, и мне пришло такое слово во время проповеди. Миналата неделя аз проповядвах и ми дойде едно слово по време на проповед. Вот поразмышляйте немножко о слове, которое апостол Павел написал. Уникально. Помислите си малко за словото, което е написал Павел, то е уникално. Он написал такие слова: свобода. Той е написал, че свободата. Славы детей Божьих. Свобода, слава. Свобода, слава детей Божьих. Свобода на славата на Божьите деца. Вот такое непростое выражение на самом деле. Малко не е лесен израза. Ну, вы знаете, если в него вникнуть, обаче, в это выражение. Ако се вникнем в него, в този израз. Во что мы высвобождены? В какво сме освободени? Мы высвобождены. Дети Божьи высвобождены в славу Божью. Ние сме освободени в Божията слава. Мы носители Божьей славы. Ние сме носители на Божията слава. Слава Божья на головах наших. И славата на Бога е върху нашите глави. Но вы знаете, что происходит во время просмотра порнографии? Обаче знаете ли какво се случва по време на гледането на порнография? Потому что, к сожалению, вот Олени когда нам сказали, что очень много и христиан в это замешано буквально. Защото, за съжаление, тези хора ни казаха, че много християни гледат порнография. В момент просмотра порнографии человек Божий, христианин, мгновенно лишается славы Божьей. В момента на гледането на порнография Божий человек в същия момент се лишава от Божията слава. Потому что святое не может излиться на что-то мерзкое. Защото свято няма как да се излее върху нещо мерзко. Нечистое. Върху нещо нечисто. А так как совокупляющийся с блудницей становится суть одно с ней. И ты, като този, който се събира с блудница, става едно цяло с нея. Представляешь, вот только что был христианином. Представете си, только что си бил християнин. Посмотрел порно, и ты уже просто смотришь на вавилонскую блудницу. Гледаш порнография и вече гледаш вавилонската блудница. Страшно. Страшно е. Я вас просто заклинаю пред Господом Иисусом Христом, если кто-то хотя бы там краем глаза, удалите это со своих там компьютеров, заблокируйте, чтобы детям не был доступ туда просто. Аз просто что заклинам, че ако някой от вас го прави, затворите си. Это дьявольский способ вовлечения в вавилонскую блудницу. Мгновенный способ. Примахнете всички начини на гледане. Просто такой определенный портал. Защото това е един определен портал. Поэтому будем хранить себя. И затова нека се пазим. Как апостол Павел пишет, храните себя, дети мои. Или апостол Иоанн казва пишет. Апостол Павел. Или апостол Иоанн. Или апостол Иоанн. Дети, храните себя в чистоте. Деца, пазитесь в чистота. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, вы знаете, моя мысль сегодня о том, что чьи-то сети все-таки крепче. И моята мисъл е в това, че мрежите на някого са по-здрави.
Вот несмотря на то, что вот христиане в последнее время живут в окружении такой мерзости и нечистоты. И вопреки, что напоследок христиане живут за убекулением тази нечистота. И очень трудно сохранить себя чистым. И много сложно да си пазим чисти. Я думаю, что это только возможно благодаря Духу Святому. Я си мисля, что твоя возможность само благодарение на Святия Дух. Который обильно изливается на нас. Който обильно се излива върху нас. И вымывает, буквально вымывает из нас всякую грязь. И измива от нас всяком мразотия. Кто-то, ну, посмотрел, да, как ну, на что-то непотребное, да? Някой гледа нечто непотребно. Вот я там, ну, глянул там, что, ну, вот я хочу сказать, я не знаю, вот только со мной ли это происходит? Аз искам да кажа, дали ми се случва само на мен? Я уже даже со своей супругой делился. Даже со супругата си споделях вече. Каждый день. Всеки ден. На Фейсбуке. На Фейсбук. Мне поступают предложения. Ми идват предложения. По два или три раза. Два или три пъти. Девушки соблазнительного вида. Момичета, които соблазнително изглеждат. Предлагают вступить в сексуальные отношения. Ми предлагат да встъпя в сексуални отношения с тях. Просто так, без денег, просто ради прикола. Просто така, без пари, за, като за шага. Ради приключения какого-то. За някакво приключение. И я вижу, что это нереальные люди за этим стоят. Я вижу, что не истинские хора стоят за това. Это какая-то программа. Твоя някаква программа. Я жалуюсь там на них, блокирую их. Аз се оплаквам, блокирам ги. И это не работает вообще. И това не работи. И это каждый день продолжается. Това се случва всеки ден. Я уже автомат, я уже не смотрю вот так. Я вече автоматично не го гледам. Ну, если я даже я гляну, я тут же прошу у Духа Святого, пожалуйста, омой меня. Даже ако погледна, веднага моля Святия Дух да ме изми. Прости меня за то, что я это увидел. Прости ми, че го видях. Я не хотел на это даже смотреть. Аз даже не исках да го просто гледам. Просто это вот так вспыхнуло. Просто излезе изведнъж. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Что Бог нам дал силу Святого Духа. Че Бог ни дава силата на Святия Дух. Который сильнее всякого соблазна. Който е по-силен от всеки един соблазн. И мы можем превозмочь. И можем да го превозмогнем. Аминь или не аминь. Мы же не признаем о том, что грех сильнее Иисуса Христа сегодня. Нали не признаваме, че грехът е по-силен от Иисус Христос днес. Иисус Христос победил грех. Иисус Христос е победил греха. Он победил дьявола. Той победил дьявола. Он победил ад и смерть. Той победил ада и смъртта. И он сегодня в победе. И днес той се намира в победа. И он эту победу нам даровал. И тази победа ни подарил на нас. Свобода. Свобода. Слава детей Божьих. На славата на Божиите деца. Победа, победившая этот мир. Победа, която и победила този свят. Есть наша вера. Това е нашата вяра. Вера в нашего Господа Иисуса. Вярата в нашия Господ Иисус Христос. Аллилуйя. И вот в этих местах, в первом послании к Коринфянам. И в тези места, в първото послание към Коринтини. Еще можете прочитать в первом послании к Фессалоникийцам, в четвертой главе. Можете да прочитать в първото послание към Фессалоникийцам, да. Четвертая глава. Четвертая глава. Там описано, как Иисус Христос придет и будет возносить свою церковь. И там пишет, как Иисус Христос ще дойде и ще вознесе своята църква. И вы знаете, это тоже похоже на сеть. И това също прилича на мрежи. Вот рыбак берет, начинает вот так вытаскивать сеть. Рибар взима и започва да издърпа мрежата. И на этой сети висят рыбы. И върху тази мрежа има риби. И вы знаете, вот Иисус Христос потянет свою сеть. И Иисус Христос ще издърпа своята мрежа. А там вот на этой земле уже очень много дьявольских сетей. А там на тази земля ще има много дьявольских мрежи. Человеческих видимых сетей. Човешки видими мрежи. Которых сегодня просто в изобилии. Които днес са в изобилие. Но чьи сети крепче? Обаче чьи мрежи са най-здрави? Тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Онзи, който в нас е по-силен от онзи, който в този свят. Вот Иисус просто потянет и всех своих привлечет к себе. Иисус Христос просто ще издърпа и ще привлече всички свои хора към себе си. И ничто ему не сможет помешать. И ничто не може да го спре. Никакие другие сети. Никакви други мрежи. Скажи аминь. Кажите аминь. Аллилуйя. Я сегодня хочу прочесть еще одно место последнее. И днес искам да прочита последното място. Псалом номер 17. Псалми 18 глава. Да, на болгарском языке 18 глава. Со второго стиха. От второй стих. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения мое и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, от врагов моих спасусь. Смотрите, как Давид пишет. Видите, как пишет Давид. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня,
и сети смерти опутали меня. Ну все, запутался, выпутаться вроде бы как нельзя. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И он услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И восел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные, возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные, пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, ну, слышите, взял, и извлек меня из вод многих, то есть и из сетей. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Смотрите, как запутываются Божьи сети. Когда я себя храню, я запутываюсь в Божьей праведности. Когато аз се пазя, аз се уплитам в Божията праведност, така работят Божиите мрежи. Я становлюсь рабом святости. Аз ставам раб на светостта. Я становлюсь рабом Иисуса Христа. Ставам раб на Иисус Христос. И принадлежу Ему только Ему. И принадлежа само на Него. Когда храню заповеди Его. Когато пазя заповедите Му. С 23 стиха. Ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменных уничижаешь. Аминь. Слава нашему Господу. Вот как будто бы Давид пишет это в наше время. Соедно Давид го пишет в наши времена. А ведь это был Ветхий Завет. Как това был Старый Завет. Ну, не было еще было излияния силы Святого Духа. Още нямало излиянието на силите на Святого Духа. А Давид уже так живет. Пак Давид вече живе. Он уже живет в победе. Той живе и в победа. Вот что значит пророк Божий. Това значит Божий вот пророк. Вот что значит возлюбленный по сердцу. Това значит возлюбен според сърце. Человек, который в невероятно жестких условиях человек, развил близкие взаимоотношения с Богом. Человек, който в много жестоки в жестокие времена. Во времена и развил одна такая любовь к Богу. И скажите мне, если это тогда было возможно? И скажите мне, что тогда было возможно? Возможно ли это сегодня, когда мы имеем излияние Святого Духа? Да ли возможно и днес, когда мы уже имеем излияние на Святия Дух? Потому что Библия нам что обещает? За что-то как вон и обещала Библия это? При умножении беззакония. Че при умножавании то на беззаконие это? Умножится и благодать. Что се умножи и благодатта. Слышите меня? Беззаконие умножается. Беззаконие то се умножава. И благодать тоже умножается. И благодатта също се умножава. Бог видит. И Бог вижда. И знаете, почему вот это все происходит? Знаете ли, за что се случва всичко това? В чем вообще смысл? Какво е смисълът? Зачем нам вообще терпеть? За что изобщо да търпим? Почему беззаконие прогрессирует? За что прогрессирует беззаконие? Кто-то восклицает, Бог, куда ты смотришь? Някой восклицава, Бог, къде гледаш? В книге Откровения даже написано: «Доколе, Господи, доколе?» И даже в книге на Откровение пишет: «Докога, Боже, докога?» Когда на земле будет полный беспредел. Когда на земле ще има пълна бъркотия. Вы знаете, если вы хотите глубже понять, и ако искате да разберете по-дълбоко, читайте еще и еще раз книгу Йова. Читайте още и още книгата на Йов. Древнейшую книгу. Най-старата книга. В Библии. Библията. Книга Йова. Книгата на Йов. Которая прописывается очень четкая мысль. Когда-то много добре се изписва една мисъл. Там на небесах. Что там на небесата. Возникла одна такая личность. И возникнула одна такова личность. Которую Богу поставил условия. На която Бог ей поставил условия. И этот бывший херувим осеняющий. Твой был бывший херувим. И падший дьявол. Паднал дьявол. Который сегодня является противником всего святого. Който днес се явява противник на всичко свято. Он бросил Богу вызов. И той хвърлил. Едно предизвикателство на Бога. Бог
Ты дал человеку всякой личности во вселенной свободу выбора. Боже, ты си дал на человека и на всякой одна личность на земята избор, свободата на избора. Ты суверенный Бог. Ты си един суверен Бог. У тебя есть право выбора. Имаешь право то за избор. И у всякой сущности во вселенной есть право выбора. И всякая одна сущность, что си има право за избор. Пусть каждая сущность на этой вселенной. Нека всякая одна сущность на тази вселенна. Выберет. Избере. Между Богом и сатаной. Между Бога и сатаната. Пусть каждый человек выберет. Нека всякий один человек избере. Самостоятельно. Самостоятельно. Кому он будет поклоняться? На кого ще се покланя? И смотрите, к чему клонит дьявол? И какво клони дьяволът? В книге Откровения вы сможете прочитать. В книгата на Откровение може да прочитете. Что его окончательная цель? Че крайната му цел. Чтобы человечество ему поклонилось. Човечество да му се поклони. Он к этому клонит. Той иска това. Он этим хочет доказать Богу о том, что не только есть один Бог единый, и что он тоже Бог. С това да докаже на Бога, че той не единственный Бог. И он заставит человечество поклоняться и ему. И той ще накара човечеството да му се покланя. И вы знаете, это произойдет. И това ще се случи. Когда будет восстановлен храм в Иерусалиме в третий раз. Когато ще са възстановени храмовите в Иерусалим за третий път. И это уже начинается. И това вече започва. Вы знали о том, что материал для строительства храма уже готов? Знаете ли, че материалът за строителството на храма вече са приготвени? Все уже подготовлено. Вече е приготвено всичко. Осталось только возвести храм. И остава само да издигнат този храм. А если материал готов? И щом материалът е готов? То построить его, этот храм, с современными технологиями будет несложно. Да си построи този храм со современни технологии няма да е сложно. И в этом храме, так говорит Писание. И в този храм, така казва Писанието. Восядет антихрист. Ще стои антихрист. И будет создана одна единая экономическая система. И ще бъде създадена една цяла икономическа система. И людям на правую руку и на чело. И на хората на дясната ръка и в челото. Будут поставлены печати. Ще са поставени печати. И штрих-коды. Штрих-кодове. И с этими штрих-кодами человек сможет свободно входить в любые супермаркеты. И с тези штрих-кодове человек свободно ще влиза во всеки един магазин. И покупать, и продавать. И ще купува, и ще продава. С одним условием. С едно условие. Если он поклонится. Ако той се поклони. Зверю. На звяра. Так это или не так? Така ли е? И те, которые не примут знака. И онези, които не приемат знака. Они будут казнены. Те ще са казнени. Библия говорит о том, что им будут отсекать голову. Библията казва за това, че ще им се отсича главата. Они будут обезглавлены. Те ще са обезглавени. Подумай уже об этом сегодня. Помисли си днес за това. Это, об этом даже страшно думать. Даже и страшно да се говори за това. Но мы сейчас стоим на пороге этого. Обаче ние сме на прага на това нещо. Потому что вот эти сети, видимые, человеческие сети. Защото тези видимите човешките мрежи. Нас загоняют в невидимые сети. Те ни гонят в невидимите мрежи. И многие люди в этом запутаются. И много хора ще се уплетат в тях. Поэтому сегодня нам надо укореняться, укореняться, слышите? Укореняться в вере. И за чтобы потом не отпасть. Ние трябва да се укореним в вярата. Не то, что там один раз в неделю ходить в церковь. Не само доходим веднъж седмично на церковь. Каждый день, каждый Божий день собираться по домам, открывать Библию, молиться, читать, углубляться. Всеки день трябва да се събираме по домове, да отваряме Библията и получать да послание от Бога, идти да исполнять. Посланията от Бога и да ходим просто да исполняваме. Торопиться. Да бързаме. Творить дела. Да творим делата. Иисуса Христа. На Иисус Христос. Я уже заканчиваю. Я приключвам. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Я хотел бы приглашить на эту сцену брата Андрея Пустошила. Искал да помоля брат Пустошил да излезе на сцената. У него есть одно послание для нас. Има едно послание за нас. Аллилуйя. Да.